Приветствую вас, друзья. Год назад, в 2015 году, я посетил московский приют «Красная сосна». В первую очередь я хочу поблагодарить волонтеров, которые бескорыстно помогают этим животным. Спасибо вам большое. Во-вторых, хотел, чтобы вы обратили внимание на некоторые тактики и стратегии, которые я там применил, и взять их на вооружение. Почему? Потому что то же самое можете сделать вы со своим питомцем. Одна из эффективных тактик – это тактика с вольером, с калиткой. То же самое вы можете сделать с вашей дверью в доме или у кого, допустим, есть частный дом, и собака живет в вольере. Также можете применить эту тактику. Основная идея в следующем, что когда ты возбужденно хочешь выйти из вольера, дверь закрывается. Когда ты успокаиваешься, дверь открывается. Когда ты хочешь вырваться, опять выйти, дверь закрывается. И это приведет к тому, что вы откроете дверь, а собака спокойно будет сидеть, пока вы его позовете. Почему? Потому что она поймет, что если она хочет вырваться самостоятельно, калитка сразу закроется. И при открытии калитки она будет спокойно сидеть и ждать, пока вы ее позовете. Это можно сделать и с вольером, это можно сделать и с обычной дверью, при выходе на улицу. Это можно применить везде. Уважаемые волонтеры из разных городов России, эту тактику вы можете применить. Она принесет только спокойствие и баланс среди этих стай собак, которые находятся в вольерах. Вы должны понимать, что вы делаете, друзья, потому что так более эффективно двигаться дальше. Если мы не понимаем, что мы делаем, то мы стоим на одном и том же месте. Результатов нет. Почему? Потому что мы не знаем, чего мы хотим. Мы подходим к вольеру, и собака начинает прыгать, возбуждаться, входить в состояние какой-то гиперактивности. И открывая калитку, мы всего лишь вознаграждаем это состояние. Собака начинает понимать, чтобы мне открыли калитку, я должен быть таким, возбужденным, гиперактивным, нестабильным. Понимаете, этот образ люди навязали. Можно навязать и другой образ. Мой подход связан с спокойствием. Когда ты успокаиваешься, калитка открывается. Когда хочешь вырваться из калитки, калитка закрывается. Понимаете? Почему? Потому что если человек будет стоять перед калиткой и откроет, эти собаки через него пройдут. Почему? Потому что свобода связана с возбуждением. Должен быть другой образ, друзья. Открываем, вы абсолютно все спокойные. В этом состоянии, друзья, заметьте, они еще и лают. Помимо того, что они очень возбуждены, они еще и лают. Лают, 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 понимаете? Это состояние хаоса передается и другим вольерам. Там другие собаки подхватывают этот лай, начинают лаять. Потом соседний вольер подхватывает этот лай, начинает лаять. И так все в хаосе. Стоит успокоить один вольер, чтобы собаки успокоились. Вы обратите внимание на момент, когда я блокирую собак, они не лают, они спокойные. Понимаете, почему? Потому что уровень возбуждения снижается до 5-7 отметки, снижается вниз. Собаки успокаиваются и, пожалуйста, можете выходить. Понимаете, это может даже создать конфликтную ситуацию. Почему? Потому что там очень много возбуждения. И одна собака может задеть второго в этой ситуации. И может произойти драка. Понимаете, это образ, который нужно изменить. Изменить на более спокойный образ. Когда кто-то подходит к калитке, вы должны успокоиться. Почему? Потому что только в этом случае калитка откроется. Это, друзья, хорошая стратегия для того, чтобы научить собаку быть спокойным, когда кто-то подходит к калитке. Прости, я очень рада.
грани фантастики. Я не хочу сделать так, как вы бы не смогли. Вот, наоборот, доминировать над ним. Так вы можете сделать. Вообще просто. Я сейчас сделал так, как вы можете. Дверью. Используйте все эти двери в этом направлении. Это тоже, понимаете? Они должны понять. Дверь там открыта, они должны быть спокойны. В этом случае есть возможность выходить. Тогда хотим вырываться. Видео я покажу несколько стратегий. Первое — это калитка. Это очень хорошая тактика, и им можно пользоваться. Следующая тактика — потребовать у собак пространство. Когда я подхожу к вольеру, дайте мне пространство, отходите назад, дайте мне пространство, и я вам открою калитку. Ha ha ha!
провожу вот вашу границу. Видите границу? Да. Вот оттуда выходить нельзя. Я мой посыл им. Вот так. Вот так должно быть, понимаете? Да. А не хаос, когда открывается клетка. Но это вообще волшебство. Да, это действительно волшебство. Надо сфотографировать. Пятый вольер с открытой дверцей. Да, и сидят все в зимнике. Да. Вообще. Ну, Верка там дает, она там самая главная. Не, ну, Юль, ну посмотри, это возможно. Да, ты понимаешь, это возможно. Доминантная сука, она там всех. Но, тем не менее, вот она. Да, ну. Да. Следующая тактика – это сила мысли и сила намерений. Как, стоя перед вольером, силой мысли и силой намерений можно собак отталкивать назад, чтобы они отходили. Естественно, это сложный вариант, друзья. Важно в это поверить. Я в это верю, и у меня это получается. Когда я пришел только в приют, был хаос. Моя задача была создать там баланс. И когда я уже уходил, была спокойная обстановка. Почему? Потому что мы поработали с каждым вольером. В каждом вольере группа собак от 5-6 особей. И с каждым вольером мы их приводили в спокойно послушное состояние и открывали калитку. Огромная благодарность всем волонтерам, которые бескорыстно помогают этим животным, которые заботятся о них, которые их лечат, делают прививки, стерилизуют и кастрируют. Спасибо вам большое. Если ко всему этому приплюсовать эти знания, эти стратегии, тактики, у вас будет баланс. Ваш приют будет отличаться тем, что у вас спокойные собаки. Почему? Потому что вы от них это требуете. Пользуйтесь, особенно первой тактикой с калиткой. Это очень хорошо срабатывает и может вам помочь научить вашу собаку при открытых дверях не рваться туда. Всем удачи!